химкинских школьников, родителей, волонтеров знакомят с настоящей поисковой собакой. Вместе с ней они сегодня участники уникального в Подмосковье квеста по поиску потерявшегося человека. Доберман по кличке Индира аттестована по всем нормативам и уже 2 года помогает спасателям находить людей. Собака, когда заходит в лес, ищет любого человека, который находится там. Пока дети продолжают знакомство с доберманом, сотрудники химспаса надежно прячут в густом лесу Юрлова условного пострадавшего. По легенде квеста, девочка заблудилась и уснула в лесу. Пострадавшего спрятали, через 2 минутки возвращаемся. На поиски человека выдвигается первая группа учеников и начинает прочесывать лес. Вот там сети, нет? Почти 10 минут и поиски увенчались успехом. Пострадавший найден. Но на этом спасательная операция не заканчивается. Профессиональные спасатели тут же проводят ликбез по оказанию первой медицинской помощи. Ребят, запомните. Слышу, вижу, ощущаю. Ухом слушаю дыхание, вижу движение грудной клетки, ощущаю дыхание. Это интересно искать человека. Мне нравится. Легенду квеста повторяют, но на поиски человека уже отправляется Индира. Острый нюх и дрессировка помогают в считанные минуты найти сначала нашего оператора. А потом и условного пострадавшего. Свой успех собака обозначает громким лаем. Мы показывали разницу, как люди ищут, как это, ну, результативно, но долго, а иногда у нас времени нет. И как собачка это делает? То есть на наглядном примере дети прошли, сначала нашли нашего статиста, условно пострадавшего, за одно время, потом мы пустили собачку, и собачка нашла за другое время. Соответственно, намного быстрее. Квест по поиску человека в лесу – это лишь один из проектов от сотрудников химспаса. Вместе с детьми они уже спасали людей из горящего дома и устраивали квест по разным профессиям. Они, прежде всего, для того организовываются, что уроков ОБЖ недостаточно для детей. То есть дети запоминают все на практике. И вот именно на практике ребенок усваивает все гораздо лучше, чем вот на скучных уроках он будет сидеть, где одна теория, где, в принципе, то есть в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Поиск и спасение человека отрабатывали почти до самого вечера. В увлекательной форме дети получили знания и навыки, которые могут им пригодиться в жизни. Олег Тюрин, Вильфред Зимковский. Новости. Химки ТВ.